Приветствую вас, уважаемые пользователи на универсальном игровом. С вами, как всегда, Genium. Мы сегодня посмотрим на очередную игру от компании Amanita Design, а именно игра Чучел. Если вы не хотите пропустить ни одного обзора, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и вот все, что нужно сделать, там, все сделайте, уведомления, и вы тогда ничего не пропустите. Итак, Чучел. Игра была выпущена 7 марта 2018 года, как я уже говорил, компания Amanita Design. Разработчиками таких игр, как Botanicolo, Саморост, Машинариум. Все вы наверняка видели у меня их на канале. И сегодня мы посмотрим, кто же такой Чучел. Игра делалась в течение 6 лет. Сразу после того, как выпустилась игра Botanicolo, главный дизайнер приступил к разработке непосредственно этой игры. И она прошла такой довольно непростой путь, потому что если вы наблюдали за данной игрой с самого начала, то вы наверняка помните, что изначально главный герой был абсолютно, как сказать, инвертированного цвета, то есть он сам был черненький, а шляпа у него была оранжевая, но после того, как общественность немножечко, скажем так, возмутилась его видом, разработчики быстренько поменяли цвета, и в данное время, собственно, главный герой, Чучел, вот он как есть, так он и есть, и кажется, что это пошло только ему на пользу. Итак, что же это такое? Это классический point-and-click квест. При этом здесь нету какого-то большого, так скажем, сквозного мира. Здесь мы решаем ряд головоломок. Соответственно, если мы зайдем в менюшку, то мы увидим все эти вот головоломочки, начиная с первой и так далее. Да, и каждый раз, когда вы проходите какую-то головоломку, вам нужно пройти именно эту сцену, после перейти к следующей сцене. То есть, если вы, например, помните игру Машинариум, да, то в Машинариуме часто вы что-то решали на одном экране, но при этом вы могли пойти сразу на соседний экран, там как-то повзаимодействовать, взять какие-то дополнительные вещи на втором экране, вернуться в первый экран. Здесь такой необходимости нет. Здесь у вас все практически происходит на одном экране. Также остались классические, так скажем, ретро-игры в стиле Space Invaders, Pac-Man. То есть здесь их тоже можно будет встретить, но в большинстве все-таки это классический point-and-click квест. Довольно такой веселый, да, потому что у Amanita Design других квестов у них обычно и не бывает. Поэтому давайте немножко пробежимся сейчас по менюшке, я быстренько расскажу, что здесь к чему, и потом мы непосредственно пойдем и начнем проходить, то есть с самого начала. То есть если вы видите, то я здесь прошел половину, то есть буквально вот эту половину, буквально за час я ее пробежал, да, и пробуем сегодня пробежаться, возможно, до сюда же. Итак, что же здесь у нас есть? Здесь у нас есть непосредственно вернуться на уровень. А здесь у нас есть это достижения, которые можно собирать при помощи чучела. Здесь у нас непосредственно разработчики, то есть вы можете сразу их посмотреть. Здесь у нас это информация о других играх, о том, где можно посмотреть о компании и также купить мерч. Кнопочка, которая делает из широкоэкранного, ну, из полноэкранного режима в оконный режим, и непосредственно кнопка выключения. Обязательно, когда будете проходить данную игру, я вам такую небольшую подсказочку дам, потому что я сам на это напоролся. Когда вы проходите какое-нибудь окно, на какой-нибудь экран, то если вы вдруг решили, что вам нужно перейти на другой экран, либо вот вы вышли в это окно и нажали на вот этот вот экран, да, он вас спросит, вы хотите вернуться на этот экран или нет. Если вы скажете, что вы хотите вернуться на этот экран, то весь прогресс, который был сделан на данном экране, у вас сбросится. Поэтому так не делайте. Да? То есть, если вы сейчас находитесь на данном экране и хотите вернуться на этот экран, просто кнопочку назад. Потому что иначе можно потерять весь прогресс. Я так напарывался на уровне с игровыми автоматами, и потом пришлось все перепроходить заново. Но давайте, хватит болтовни, пойдемте посмотрим, как же это проходится и что же оно из себя представляет. Отправляемся на самый первый экран. Главный герой — это вот непонятное создание, такой комочек шерсти. Я даже не знаю, скорее всего это шерсть, может быть какая-нибудь пылинка, может быть ворс скатался. И оно слегка бессмертно, да, и очень-очень, так скажем,
сердитая, да, то есть чаще всего, вот я когда играл, я прям представлял, что вот чучел это я, да, потому что он постоянно злится, постоянно, у него постоянно какая-то с ним случается ерунда, какие-то странные ситуации, да, вот он всего лишь, у него главная цель, он хочет съесть свою черешню, он очень любит черешню, я тоже обожаю черешню, и вот он хочет ее съесть, и ему постоянно мешает некий товарищ, ну, мы его сейчас посмотрим, я вам расскажу, кто же это такой, и чем же он помогает. Итак, как происходит у нас непосредственно игра, то есть мы кликаем на что-нибудь. После того, как мы на что-то кликнули, вы в левом верхнем углу можно будет увидеть, что у вас блокируется ваш экран. И, соответственно, вы не можете никак действовать. То есть, пока не проиграет анимация, вы не можете действовать. Поэтому, если вы хотите пройти по-быстрому, да, то вам нужно знать именно, что делать. Если вы хотите посмотреть все, что здесь происходит, пожалуйста, кликайте на здоровье. Игра... очень простая, сразу говорю, она очень простая, потому что если у вас что-то не получается, вы всегда можете, как говорится, ух ты, просто, вы всегда можете нажать на кнопочку подсказки, и вам конкретно к данному экрану покажут, что делать, и вы не потеряетесь. Практически ничего нету такого, чего бы, что было бы непонятно для вас. Так, поехали. Собственно, наш чучел очень любит поспать. Это еще один плюс в сторону похожести на всех нас. И его не может разбудить практически ничего. То есть ни сирена, ни будильник. Он от всего, он, у него есть на все вообще свой ответ, даже на слона. Да, да. Вот я так же делаю по утрам. Если ко мне приходит слон и начинает дудить мне своим носом в ухо, я ему беру просто будильник. И затыкаю будильником. Итак, как же нам разбудить нашего чучела? Все очень просто. Оп. Да, то есть вот эта вот подсказочка. Ну теперь шляпа улетела, и соответственно больше шляпа она не закроется. Поэтому давайте мы кинем тапочком в него. И скажем, дорогой, давай еще разок. То же самое. Давай, давай, маленькое синее существо, буди нашего чучела. Кстати, это какой-то очень странный мир. Готовьтесь к тому, что все пытаются вас съесть, и вы пытаетесь всех съесть, и вообще вы всегда хотите есть. Собственно, вот она, наша черешня. Но тут приходит главный антагонист игры, это большая лапа, которая ворует нашего маленького бедного чучела, его вкусную, вкусную черешню, и уносит в неизвестном направлении. И тут, собственно, основная завязка. То есть, теперь нам нужно что? Теперь нам нужно вернуть данную черешню. Так, дорогой. Угу. Ну, как вы понимаете, ничего в этом мире просто не бывает. И вот он появляется, товарищ под названием... Кекель. Откуда я это узнал? Из Вики. Ничего не объясняется в игре. Кто это, что это? Я решил, что это лысый еж. Да, и соответственно, этот лысый еж, он то нам помогает, то нам мешает. Знаете, такой классический домашний питомец, домашний любимец. Потому что так, давайте мы его немножечко обманем. Он такой, ага. И в общем-то, вот про что я говорил. То есть, если вы начинаете тупить, или что-то у вас, как бы, совершенно с вами, у вас, ну, вы не знаете, вы запутались, выходит подсказочка, вот такой нажимаете, и вам говорят, вот, сделай вот так. Так. Да, вот, типа, раз-раз. Да. И все равно подсказочка не помогает. Ладно, давайте, я покажу, что нужно делать. Потихонечку отходим. Ёжик идет за нами. А теперь мы просто берем и перемещаемся на другой экран. Хе-хей! Спасибо тебе, Кекель, за то, что охранял нашу черешню. Но мы ее забрали себе.
Но, как говорится, не тут-то было. Снова приходит злая рука. И мы отправляемся на третий экран. Так. При этом, как вы видите, игра довольно в минималистичном стиле выполнена. То есть на уровнях вот ничего. Все, да. То есть вот все, что вот есть. Пожалуйста, у вас есть, например, дерево. Мы на него можем забраться. Можем его толкнуть. Ну-ка, друзья, доставайся. Черешни, нет. Дерево неустойчивое. Плохо сейчас будет. Будет плохо. Кстати, чучел у нас бессмертный. Если бы он не был бессмертным, то для него все закончилось бы вот уже на вот этом экране. Но впереди его ждет очень много очень странных вещей. И он все равно не умирает. То есть за него можете не бояться. Игра отлично должна подойти детям, да, то есть, потому что очень простые задания, при этом очень веселые. Да, чучел немножечко, так скажем, немножечко диковат и не очень сдержанный, да, то есть он постоянно как бы злится, вот, ну, прям вот вообще прям злость у него постоянно берет, но при этом он очень добрый. Он очень хороший, он всего лишь хочет кушать. Если вот кто бы, не знаю, не рассердился и не хотел кушать. Итак, у нас очередной слон. Так, что мы можем делать? Давай мы поговорим с нашим ежом. Еж, нам бы туда забраться. Кекель, да-да-да, вот тебе вот надо подняться туда, и типа все будет хорошо. Ничего ты мне не помог. Давайте тогда поговорим с этим товарищем. Эй, мистер слон, нам бы забраться наверх. Лучше отдай то, что тебе снится. На, пожалуйста. Нет, это не то, что нам нужно. Хорошо, давайте еще разок поговорим. Ну, пожалуйста, ну вот у тебя вот там вот точно есть что-то. Ну, достань. Пружинка. Нет. Как видите, чучел начинает уже выходить из себя. Вот уже перешел на крик. Отдай, ну пожалуйста, вот все что. Ну что, нет, видите, как видите. Все равно там этого нету. Это очень, очень плохо. Что ж, чем мы еще можем взаимодействовать? Можем взаимодействовать вот с этим. И можем подняться. Попытаться подняться наверх. Давай, поднимайся. Ты. Нет, не получилось. Ладно, ежик, кекель, давай. Давай ты поможешь мне. Оп! Спасибо тебе. Тут у нас есть два варианта. Мы можем взаимодействовать на вот этот волосок. Угу. Ух ты. Вот какой богатый внутренний мир, да, у этого слона, вы представляете? Еще разок, погнали, наверх. Так, еще разок. Давай повзаимодействуем. Попытаемся сдвинуть. Ну, нет, не очень получилось. Слон сейчас это все заберет и отрастит себе. Так, давайте тогда попробуем убрать наш вот этот знак, что ли. Видите, со знаком все не очень. Также у чучела очень легко меняется его тело в разные места. Оп. Так, ну что, помоги мне, пожалуйста, вот с этим знаком. Надо бы его подкопать. Ты же еж? Ежи умеют копать? Да не вопрос, говорит кекель, сейчас я тебе помогу. Супер. Берем. Теперь достаем. Достаем. Угу. И что мы можем сделать? Вспоминаем Архимеда, который говорил, что ему нужен рычаг. И при помощи рычага вскрываем, так сказать. Хорошо. Погнали наверх. Раз мы не можем это сделать снизу, мы можем сделать это сверху. Отлично. И снова вишенка наша. Кекель, как всегда, успевает вперед, потому что это наглый гадкий еж. Как только вы проходите какой-нибудь квест, обязательно начинается вечеринка. Dance party. Представляете, да, у человека, ну, нет, это не человек, это слон. Слона, представляете, какой у него внутренний мир, да, у него там три человека живет. Дай.
Причем самое непонятное, то есть, по ходу дела, ежу тоже хочется эту вишню съесть, но почему бы им просто не разделить? Лягушка. А некоторые квесты решаются там очень и очень просто, да, то есть... Но на некоторых квестах приходится чуть-чуть подумать, что же здесь будет происходить. То есть есть квесты, которые решаются, грубо говоря, просто обычным закликиванием. Ты говоришь, кликни раз, кликни два, кликни три, и квест проходится. Да, а в некоторых квестах приходится немножечко подумать. Вот в данном случае пришлось чуть-чуть подумать для того, чтобы его решить. Но, как я уже говорил, здесь все пытаются съесть всех. В данном случае съели лягушку. Не самый лучший вариант. Потому что получился большой толстый чучел. Кстати, очень часто вы будете видеть надпись «Чучел», для того, чтобы вы прям вот наверняка не забыли имя главного героя. При этом... Оно бывает периодически интерактивным. Так, очередная мини-игра. Как я уже говорил, здесь бывают не только классические point and click. Сейчас игра из, не знаю, разряда, наверное, даже ближе к Flappy Bird. Да? На ком полетим? Полетим на вот этом крыле. То есть нажимаете на кнопку, левую кнопку мыши, соответственно, он у вас подлетает. Отпускаете, он летит вниз. Ничего страшного, если вы врежетесь. То есть вас просто откинет назад. Но если вы подниметесь выше экрана, то тогда вас выкинет большая рука, которая, собственно, и украла в самом начале вишенку. Поэтому надо быть осторожным. Также, как я уже и говорил, здесь невозможно погибнуть. Поэтому игра замечательно должна подойти для... практически для любого возраста детей. То есть если ребенок уже начал играть на планшете, либо на телефоне, ну, возможно, даже на компьютере, но чаще всего сейчас на мобильных устройствах играют, то, пожалуйста, эта игра именно для вас. Она есть и на планшетах, есть и на телефонах. Она также в 2018 году вышла на данных типах устройств. Поэтому можете смело давать ребенку, не бояться, что... он увидит здесь что-то страшное, оп, не бояться, что он может застрять, потому что, как я уже говорил, все квестики довольно простые и проходятся, ну, на раз-два, собственно. То есть вот здесь вот немножко, конечно, можно будет подумать, по-моему, на следующем экране. Да, то есть вот здесь вот надо пройти. Ну, давай, вот так вот. Нам говорят, ну ничего, вот тебе телепорт, пожалуйста. Вот, а здесь вот уже... Ого! Так, здесь вот уже чуть сложнее, поэтому здесь делаем проще. Просто уходите вниз, и вас выбрасывают в самом низу, и вы уже безбоязненно проходите данный экран. Если будете лететь поверху и чуть-чуть зацепите, то вас всегда будет возвращать назад. Поэтому просто воспользуйтесь самым легким способом. Также не бойтесь падать здесь вниз, вы можете здесь стоять. Это было для меня большим-большим открытием, что здесь ты не погибаешь. Ты просто встаешь и стоишь, собственно, да, на земле. Хотя земли здесь не видно, но при этом видите, что здесь есть тень. Значит, можно предположить, что это некое подобие земли. Так, прилетели. Вот это, кстати, вот это, по-моему, большое существо. Это мы видели его в самом начале, на первом уровне, на картине. Кажется, но не факт. Кто здесь? Что здесь случилось? Они меня щекочут, я сейчас чихну. Говорит большое, лохматое, желтое существо. И оно действительно нас сбрасывает, и мы отправляемся дальше. Ну что, здравствуй. Кто первый заберет? Я первый заберу. Ну. Ну, отдай. Эх, черешня. Кекель, отдай, мой черешню, говорит чучел. И откуда-то появляется какая-то черная черешня, которая оказывается совсем не черешня, а бомбой. Бегите. Я ничего не могу сделать. У меня мышка заблокирована. Собственно, как я говорил, это очень веселый квест. То есть, когда вы видите в первый раз вот такие вот перевоплощения главных героев, это прям...
Вообще прям замечательно. То есть Амонита Дизайн, они в своем лучшем репертуаре. Итак, мы приходим на очередную... Мне, пожалуйста, нужна вишня. Собственно, здесь я вам немножко просто расскажу и сделаю по-быстрому. Не буду показывать все варианты. Вы сами их наверняка пройдете. Итак, появляется гигантская улитка. Улитка является у нас билетером, по сути дела. Говорим, пожалуйста, нам бы выиграть бы монеточки. Это без проблем. Приходи. Сейчас мы с тобой быстро пообщаемся. Погнали в монеты. Собственно, как я и говорил, это Invaders, это Pac-Man, это Tetris. При этом они, так скажем, слегка стилизованы. То есть они не один в один. Сейчас я вам покажу, о чем идет речь. Итак, Invaders. Здесь все очень просто. Можно использовать мышку, можно использовать клавиатуру. Я рекомендую клавиатуру, потому что с клавиатурой проще. Вам необходимо перекраситься в нужный цвет и разбить атакующих данного цвета. Пожалуйста, мы сняли первые три. Убили свинюшку, убили свинюшку, убили свинюшку. Следующий, пожалуйста, дайте нам еще кого-нибудь. Мы не боимся никаких свиней. Говорит чучел, но нам нужно перекраситься. Так, тихо, не попал. Пожалуйста, перекрасься. Да что такое? Вот если вы будете делать это мышкой, да, то это еще сложнее. Так, я думал, сейчас заберу зелененько. Хорошо. Так, этих свинюшек. И совсем вот этих свинюшек. Тут, кстати, не бойтесь то, что вы попадете, например, падающую свинью. У чучела просто отлетят пружинки и потом вернутся назад. То есть, как я говорил, в игре проиграть или, там, не знаю, убить, уничтожить его невозможно. Но тут есть босс. Злобный босс, который перекрашивает нас назад. Но так как он сам черный, то нам это на руку. Так, в красный. Тут, значит, просто перекрашиваемся в красный, отходим в центр. Теперь перекрашиваемся в синий. Ну, пожалуйста, покрасить наш в синий. Вот, перекрасили в синий. Догнали его. Тут ждем, когда он будет пролетать мимо. И тогда бьем. То есть, если вы будете за ним гоняться, то у вас ничего не получится. Здесь все очень просто. У вас получается центральный, зеленый, крайний, черный. Да что такое? Я сказал просто, и сам уже второй раз не могу пройти. Собственно, вот, подошли, ударили. Все замечательно, босс пройден. Легко и непринужденно. Хе-хе-хе. Отлично, получаем нашу первую медаль. Нам нужно 3 медали. Если у нас не будет 3 медалей, то мы пройти не сможем. Поэтому давайте отправимся сразу за второй и третий. То есть, если вам интересно, вы можете посмотреть все промежутки. То есть, у вас там будет сначала пирожок, потом будет коктейль, и в конце будет непосредственно таблетка. Таблетка, которая нам нужна. Очень странная красная дорожка. Я бы на таких красных дорожках не хотел бы походить. Итак, здесь также можно управлять клавишами, можно управлять мышкой. Pac-Man. То есть наша основная задача, чтобы Pac-Man съел сначала лимончики. Да, и он превращает эти лимончики в вишню. А дальше чучел уже должен доесть вишню. Поэтому давай просим его сюда. Давай за нами. А мы аккуратненько за тобой черешеньку, вишенку подъедим. Также 3 уровня. Пэк-пэк-пэк-пэк. Вообще прекрасно. Озвучка просто прям замечательная. Здесь у нас добавляется очередной элемент. Это все перекрасить в вишни. То есть, если вы играли в классического Pac-Man, то вы наверняка помните такую вещь, как там, точка или, не знаю, там, таблетка. Когда призраки становятся безобидными. Вот здесь это то же самое. Эффект точно такой же. Причем, самое классное, она восстанавливается. То есть, пожалуйста, если вы вдруг по какой-то причине... Пэкмены у вас не хотят идти туда, куда вам нужно. Вы всегда можете взять данную таблеточку. Кстати, можно Пэкмена тоже съесть в этот момент. Так, раз, быстро съели. То есть тактика очень проста. Вы смотрите то, что уже Пэкмены съели. Когда перекрашиваете в вишню все остальное, то съедаете только то, что Пэкмены не перекрасили сами в вишню.
Соответственно, это все подъедаете, и у вас будет вам тотальное беспощадное счастье. Вот. Сейчас давайте попробуем все подъесть. Не получилось. Я думал, успею вот эту съесть. Ну, ничего страшного. Отправимся сразу наверх. Все аккуратненько подъедим. Тып-тып-тып. Сразу перекрасим снова. Благо, здесь очень много данной перекраски. Мы почти что очистили половину. Также, как я говорил уже, если у вас здесь Пэкман съест, ничего страшного не произойдет. Чучел просто переродится. При этом уровень начинать заново не надо. Это прям вообще классно. То есть вы все, что уже съели до этого, вы должны будете просто-напросто продолжить. То есть игра сделана максимально дружелюбно к игроку. То есть у вас нету каких-то механик, когда вам нужно придумать какой-то, знаете, суперсложный алгоритм. Да, все дружно вспоминаем, когда нужно было выйти, выиграть в игре Машинариум у робота, который играл в гаечки. Эч! Зацепился. Собственно, да, и там можно было просто часы проводить и так и не победить его. Да, то здесь все очень просто. Если вы запутались, вам подскажут. Если вы не очень играете, то ничего страшного, потому что вы погибнуть не можете. Если вы играете хорошо, то все замечательно, вы все очень быстро пройдете и спокойно отправитесь дальше. Здесь вот я даже не хочу тратить время на то, чтобы съедать их, потому что практически бесполезно съедать господ, потому что у нас очень-очень много. Сейчас, возможно, меня зажмут. Они, кстати, довольно-таки умные, да, хитрые товарищи. Но, как я уже говорил, это не расстраивает. Ну вот абсолютно, вы сильно как бы из-за этого грустить не начинаете. Ну, съели и съели, ничего страшного. Переродились, начали заново. Все очень просто, ну, как я и говорил. Хе-хей! Третья медалька. Вторая медалька. Я уже все, уже обрадовался. Третья медалька. Нет, всего лишь вторая. Так, ну что, давай. Давай мы тебя, пожалуйста, помоги мне. Мне очень сильно хочется получить еще одну медаль. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, давайте пройдем Тетрис. При этом Тетрис, он, знаете, такой Тетрис наоборот. То есть вы не, как сказать, вы не управляете детальками Тетриса, вы управляете непосредственно самим чучелом. И ваша задача не попасть, собственно, под Тетрис, чем мы сейчас и займемся. То есть здесь надо просто пережить. Здесь нет ничего сверхъестественного, вам просто надо это дело пережить. Поэтому побегали, попрыгали. Так, кстати, я не пробовал, мышкой можно? Да, мышкой можно. То есть также прыгаете сверху мышкой, прыгаете, ходите в бок, нажимаете в бок. Но я вам настоятельно рекомендую делать это при помощи клавиатуры. Так, 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 так. Кстати, мне кажется, что повторяются. Да, повторяется то, как они ставили. То есть здесь алгоритм один и тот же. То есть если вы совсем не запоминаете, точнее, просто, например, не можете пройти, то вам достаточно запомнить алгоритм того, как они выпадают, и все у вас будет замечательно. То есть сейчас останется одна вот синенькая. Все, и дальше пойдут квадратики с бомбами. К ним подходить не стоит, они взрываются. То есть наша задача теперь от них просто уворачиваться. И в определенный момент придет наша медалька к нам. Так, 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 аккуратненько. Пах. Так, сейчас снова будет их много. Поэтому чуть-чуть сдвинемся. Так, она взорвалась. Мы ушли в сторону, ушли сюда, здесь подпрыгнули. И все, все. Собственно, пришла большая-большая штука. Начался отсчет. Забираем нашу вишенку, получаем нашу медаль. И замечательно. Замечательно, мы очень быстро и легко это прошли. Ну что, дорогой, пожалуйста, мне нужна вот эта вишня. Да, конечно. Что ты хочешь? Ну, пожалуй. Эй, вот. Это то, что я говорил. То есть сначала идет пироженка, потом идет коктейльчик. Но ни пироженка, ни коктейль не помогут нам достать черешню. Нам может помочь только таблетка. Таблетка силы. Да, у меня есть три медали.
Дай таблетку. Ну, пожалуйста. Все, спасибо тебе, дорогой. Ням-ням-ням. Вот если бы так в жизни, да, все было просто. Ты хочешь накачаться, такой, взял одну таблетку, у тебя моментально выросли руки, такие прям руки-базуки. Вперед. Вперед. Давай, опускайся. Ты без таблетки у чучела просто не хватало сил этого сделать. Поэтому он не мог достать данную черешинку. Ну, пожалуйста, ну, что ты? Ну, да, ну как так-то? Вот так. Вот так вот, руки отвалились. Руки отвалились у нашего чучела. А то ничего страшного. Всегда можно отрастить новые руки. Но гадкий, гадкая рука снова это забирает. Мне кажется, вот эта рука, она, знаете, она походит на руку черта из игры Pilgrims. Вот прям, как будто бы это рисовали прям с него. Кстати, не исключено. Компания одна. Снова Дэнс. Вечеринка. Отлично. Так, вот это вот один из тех квестов, который проходится простым закликанием. То есть надо, он говорит, типа, нельзя брать. Нельзя брать. Отодвину его подальше. Вот стой тут. Кекель, пожалуйста. Пожалуйста, не... Ну, пожалуйста, давай заберем. Что? Что куда? Куда где? Ну? Ну? А-а-а, где он? Так. Ну, мы только что видели, да, что кекель взял, и ничего не случилось. Соответственно, что это означает? Это значит, что можно забирать черешню, оставить кекель на произвол судьбы, и все будет хорошо. Но лучше отойти подальше. Запомните, да, если что-то происходит, то лучше всегда отойти подальше, но... Чучелу, как всегда, не повезло. Бедняга, чучел. Ну, верни черешню-то, негодяй, а. Опять забрал черешню. Так, один из первых двухэкранных... Один из первых двухэкранных непосредственно квестиков. То есть чучелу сюда нельзя. Я вам сразу покажу, как его проходить. То есть вы должны потрясти оранжевую. Услышать в наушнике, что там что-то произошло. Прийти сюда. Кикель! Здравствуй, здравствуй. Посиди, пожалуйста, пока здесь. Молодец. Ну, пожалуйста, скушай яблочко. Это все перевоплощающиеся цветы. Они позволяют нас перевоплотить в утку. Позволяют перевоплотить в... Кого же еще-то? Вот в паучка. Хе-хей. Собственно, нам и нужен паук. Пошли, давай заберем. Ну, заберем кекеля. Ну, пожалуйста, все, замечательно, пойдем. Нет, я не это хотел сделать. Я не туда кликнул. Нет, кекель, вернись. Ты что за... Все, нормально. Нормально, хорошо, все. Отлично, кекель, пожалуйста. Успокой вот этих четверых. Да, а я пойду. И тоже скушаю такую штуку. Яблочко очень хорошо. Очень хорошо помогает превращаться в пауков. Особенно если это волшебное яблоко оранжевого цвета растет в непонятном мире. Легко, пожалуйста. Превращаемся снова в паучка. А теперь наблюдаем за большим этим товарищем. Если он изначально нас не пропускал, то теперь все очень просто. Он у нас очень запросто, как говорится, может пропустить. Яблочки выпали. Но самое главное, у нас есть вишня. Нет, у нас нет вишни. Вот это вот непонятная рука, она вот она прям... Она прям мешает, она прям постоянно издевается над нами. Вечеринка. Очередной раз вечериночка. Уп-уп. И снова квестик на закликивание. Давай, поехали. Дай, пожалуйста, черешню. О, ну что, дай черешню. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Гадкое желе. Оно не позволяет нам забрать черешню. Ну отдай черешню. Ну, пожалуйста, ну отдай черешню. Ну что тебе стоит? Ну вот чуть-чуть.
я, говорит, с тобой, над тобой жались, на, забирай. Спасибо тебе. Но нет. В этом мире все пытаются нас обмануть. Всегда. Все пытаются обмануть нас в этом мире. Собственно, все как в жизни, ничего не поменялось. Ага. И вот, когда мы добились того, что он попал сюда, мы просто делаем хитрый обманный маневр, обходим его сзади, и сзади забираем нашу черешню. То есть, если вы будете прорываться спереди, то у вас ничего не получится. Сзади легко. Правда, чучелу это не сильно помогло, потому что он так и не ушел. Но тут приходит, как говорится, его лучший друг за последнее время — Кекель. Я назвал это яйцо Шалтаем. Да, потому что непонятное яйцо с глазами, которое все ест. Да, точно, это Шалтай. Сейчас мы будем его бить. Очередной тип игр. То есть это игры на баланс. Нам необходимо взять ложечку, аккуратненько подойти и... Да что такое? Так. Нам добавляют лишней сложности. Но мы же с вами очень умелые балансировщики. Так. Или не знаю, эквилибристы. Как нас правильно назвать-то? Циркачи. О, циркачи, наверное. Трюкачи. Явно он выплюнул что-то из своих внутренностей. Но мы не остановимся ни перед чем. Потому что он съел нашу черешню. Отдай черешню. Ой, какой миленький цыпленочек. Сказали бы многие. Были бы не правы, потому что это адские цыплята. Вот так он, да, и черешню не получили, еще и от цыплят убежали. Каким-то образом он все-таки получил черешню, нам об этом не говорят. Но он тут же нашел себе новый объект для обожания. Правда, этот объект для обожания слегка живой. И тоже пытается нас съесть. Просто все прям поголовно пытаются нас съесть. Вот здесь вот можно очень долго не понимать, что нужно. Потому что, как говорится, можно не заметить, в какой момент появляется у вас курсор. Говорит чучел. Собственно, как я говорил, чучел бессмертен. Абсолютно. Классно. Только шляпы нет. Давай за шляпой. Доставай. Не моя. Точно не моя. Это тоже не моя. Это нет. Очередной квест просто на закликивание. То есть детям прям идеально. Так. Собственно, немножко сложный квест. То есть, если вы понимаете... То есть, если вы играли в мобильные игры, да, то вы видите, что здесь у нас есть... Сразу что-то наподобие Angry Birds. Но тут надо... То есть здесь надо просто попасть. Сейчас покажу. То есть надо целиться куда-то вот сюда. Ой, далеко. То есть если целиться на всю катушку, то не получится. Вот примерно вот так. Да что такое? Нам нужно попасть в барабан. То есть нам вот там сейчас об этом подсказывают. Но... Так как очень-очень сложно, в отличие от Angry Birds, прицелиться. Да. Да что ты? В общем, тут стоит триггер на верхней части экрана. Если хотя бы половина нашего помощника улетает за верхнюю часть экрана, то он, получается, перерождается. Это уже проще, потому что мы четко понимаем, в какую сторону нам нужно выстрелить. Так, куда-то убежал. Так, подожди, вот здесь. Стой. Бэм-бэм. Замечательно. И где третий? Вот он, третий. Угу. Здесь вот надо немножечко помучиться, но легко понять. Поэтому делаешь вот так, вот так, тык, вот так. То есть вы стреляете по верхнему, перелетает через... непосредственно через границу. Попадает на летающий барабан.
на него, на блок и на очередной барабан, и все, вы выполните задание. Если вы этого не знали, то подсказка вам это подскажет. Да, это очень просто. Говорит чучел и начинает петь. Поет он не очень. Очередное заклинание. Да, по-моему, нормально поет, да, то есть почему все кидают к нему непонятно что. Вот так, видите, да, тут кто-то метнул даже черешню. Хотите чего-то добиться, то что вы хотите, приходите на площадь, начинайте орать, кто-нибудь вам что-нибудь даст. Ну, Кекель опять, как всегда, в своем репертуаре все забрал и ушел. Это уже, по-моему, четвертый раз, когда мы пытаемся убить чучело. Собственно, это то, на чем я остановился. Сейчас, возможно, буду немножко подтупливать. Ну, я думаю, что нам нужно просто драться. Так, понятно. То есть нажимаем. Удар. Так, можем. Ага. Так, не победили. Давайте победим его. Так, вот тебе. Ну, так, отъезжаем, удар. Я управляю клавиатурой на езду и мышкой на удар. Отлично. Кики, да что это за человек-то такой, а? Долетай. Кажется, его надо перевернуть. Так, тихо. Ага, я понял. То есть, когда он нас ударяет, мы просто теряем равновесие. Вот, если я... Угу. То есть, нужно клавиатурой подруливать для того, чтобы не терять равновесие. И по факту, видимо, выбить... А, можно на кнопочку вверх еще делать удар. Кнопка вверх, кнопка вниз, удары. Отлично. Вот, все. Перевернули, выбили. Ничего сложного. Вот. О, нет, сложно. Ладно, пускай роботы пока бьются. Нам самое главное, чтобы там черешню отдали, а роботы пускай развлекаются в своем репертуаре. Может, просто дэнс там? Пати? Ну. Ну что такое? Взяли, все сломали. Ну ладно. Главное, чтобы там черешню отдали. Кекель опять. Бей его. Нет, не получается. Так, ладно. Ну, Кекель отдай, бегом, негодяй. Угу. Какой-то чудесный. Я не знаю, кто это. Скелет. По-любому сейчас Так, мне нужна черешня. По всей видимости, она туда не пустит. Хорошо, я понял, глаз. Так, глазом тоже как-то не очень. Сейчас он по-любому еще черешню вставит себе в глаз. Ну что ты за человек-то такой, а? Шляпу забрал и глаз. У него просто ушло тело. Замечательно. Черешня у нас. Что? Что происходит? Мы теперь часть скелета. Это просто шикарно. Так, я немножко запутался. Но по всей видимости, это очередной просто закликивающий квест. И тут ничего сложного. Мне тут просто посмотреть, поржать, как скелет меняется вместе с чучелом. И приходит Кекель и решает все, как всегда, в свою сторону. Угу. Так. Что здесь? Пожалуйста. Взять. Ну, пожалуйста. Да, нет. По всей видимости, нет, так не получится. Угу. Хорошо. Так, а что можем? Просто взять. Тоже не берется. Так, отправляемся. О, как это ж больно. Зачем ты это сделал? Ты так больше не делай. Я прям смотрю на тебя, и это прям больно.
А, так, можно влево, можно... Что такое? Включить. Давайте включим. Облизал такой. Молодец. Ты дышишь. Так. Шляпу. Интересно, нам пригодится, не пригодится? Ой, ой-ой-ой. Так, после того, как одеваем эту шляпу, происходит какая-то жесть. Угу. То есть нам показали то, что пока мы находимся в этой шляпе, что-то происходит. Дыш. Кошмар. Бедняга чучел. Что же с тобой произошло? Так, съесть это можно. Давайте это съедим. Вот, нормально. Нормальный грибочек-то оказался то, что нужно. Хе-хей. А, это я еще им управляю, прикинь. Так, я точно знаю, что где-то вот здесь вот черешня. Что? Что произошло? Так. Если мы придем сюда. Да. Эй, дорогой, мне бы, пожалуйста, черешню. Что ты мне скажешь? Отдай черешню. Ну, пожалуйста, ну отдай. Правда, непонятно, зачем нужна черешня, потому что она сейчас, так скажем, в иголках. Я же тебя предупреждал. Я же тебя предупреждал. Не надо так делать. Ну, так, ладно. Попробуем снять эту шляпу. Угу. Так, морозная шляпа. У него с черешней еще другое. Так, наверное, давайте мы сейчас решим вот этот квестик. А, вторую половину уже пройдем завтра. Ну что? Так, что с тобой можно сделать? Тебя можно укатить. Есть, кстати, предположение, что эти... Ну что такое? Что вот эти вот детали, которые все находятся, они меняются непосредственно в каждом из миров. Но при этом, если переходить из одного мира в другой, то детали будут оставаться на этих местах. Я встречал такие квесты. Ну, точнее, решение таких квестов, например, играя Ship Dog and Wolf. Там на таком квесте построен целый уровень. Угу, говорит, ты не понимаешь, что делать. Ладно, давайте шляпу. Да, то есть видите, как я говорил, у нас переставился... Он сюда. Так, соответственно, мы можем перейти эту шляпу. Туда улетит. Нажать на кнопочку. Кнопка что делала? Ага. Их уже две. Прекрасно. Так, а если еще раз нажму? Их три будет? Раз, два, три, четыре. Опа! Она живая. Ой-ой-ой. Так, ладно. Не, говорит, не буду нажимать. Ну, хорошо. Давайте так тебя немножко сдвинем еще. Будешь сдвигать его? Ну, хорошо. Ты хорош забавляться с грибом. Сейчас тебе... Ну, правильно. Тут все злые. Так, гриб нас отпинал. Этот нас отпинал. Ладно, давайте погнали на подсказку. Что говорит? Надо, говорит, воды набрать. Угу, понятно. То есть, типа, набрать воды. Видимо. Что нам это дало? Так, набрать воды. Для чего? Гриб полить? В следующем мире или что сделать? Погнали в следующий мир. Можно тебя полить? Да. Можно тебя пописать. Вот у меня вот мышление, да, что его можно было полить. А тут видите, как все. Тут надо его пописать. Нет.
С маленьким что-то надо сделать. Облизать. Так. Собственно, ничего не произошло. Очередной раз нас перекинуло в этот мир. Смотрим, что здесь. Так. Ух, их там теперь трое. Привет, друзья. Снеговик. Снеговик нас будет выталкивать. Заморозочка. Надо тогда собрать. Ну что, забрать же, я сказал. А, это он опять сейчас прилипнет. Не то. Я не хочу. Ну что ты? Что ты за существо? Угу. Опять ничего не получится. Почему я проверяю второй раз? Потому что есть некоторые моменты, как вы уже видели, что... Давайте. Так. Грипп, музыка, полить. Чего? Чего? Включить музыку сюда. Включить музыку, чтобы танцевал. Ого. Включить музыку, чтобы танцевал. Кактус? Ну давайте. Так, типа вот он танцует. Играет музыка. Идем сюда. А эти поют. Отлично. Отлично. Черешенька наша. Забирай. А я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал еще в прошлый раз. Нам нужно что? Нам нужно, видимо, перейти просто на другую. В другой мир. Да, на другую шляпу. Как ты наш хорошенькая черешенька. Снова Кекель пришел. Гнусный Кикель, так, он сейчас всех убьет. Нас опять сожрут. Ставлю на то, что его сожрет снеговик. Нет, снеговик его не сожрал. Давайте, кстати, посмотрим, сколько у нас осталось. Сколько у нас осталось уровней. Может быть, их осталось совсем немножко. Мы быстренько сейчас сюда проходим. Понятно. Берем молоток, играем классическую аркадную игру. Сколько осталось уровней? Нет, уровней осталось еще много. О. Ладно, давайте поиграем. Бинг. Нет. Бинг. Бинг. Тык. 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 Ой, кекели множатся. Все, дальше я уже не управляю. Шляпа с ним. Класс вообще. А мы тут при чем? Откуда тут чучело взялись? Вот это опасно, мне кажется, сейчас было опасно. Ну, он взял и расстроился. Мы обидели большого зеленого слизня. А Кекель, как всегда, нам что-то подстроил. Да что ты за негодяйще. Замечательно. Когда ты успел у Кекеля забрать вкусную черешню? Инопланетянин. Но с инопланетянами мы еще с вами не встречались. Да, это инопланетянин. Ну что случилось? А, ты застрял? Ты застрял, бедняк. Сейчас я тебе помогу. Все, пожалуйста. Как ты мог застрять? Ты же призрак. Ага, то есть теперь это твоя земля. Нет, так дело не пойдет. Давай, монетки. Так, нет. То есть ты дружить с нами не хочешь. Телевидение.
На. Смотри. Уп-уп. Антенки. Не ломай. Живая вишенка. Нет. Нет, не про канала. Гадкий. Гадкий, гнусный. Не знаю, кто ты. Так, что с тобой еще можно? Музыка. Танцевать будешь? Танцуй. Ну, пожалуйста. Ну, он сломал нашу гитару. Так, гипноз. Слушай, он все будет ломать. Мне так детально. Ладно, котика. У нас есть все, такой славный котик. Какой-то он не совсем славный. А это что такое? Типа, разозлись и наругайся на него? Прекрасно. Прекрасно. Просто, просто замечательно. Смотрите, смотри. Я смог. Я молодец. Я спас землю. Это что такое? Это ты кто? Мне бы... Это какая-то новая форма инопланетянина? Так, ну ладно, давай пушку. Ну-ка, все. Залез в пушку и лети отсюда. Бах. Что-то у тебя не задалось. Прямо от слова совсем. С инопланетянами-то. Жизнь не задалась. Ну ладно, доставай свой большой молот и погнали. По старинке. Что? Ты... Динозавр. А, типа, призвать динозавра? Я просто не представляю. Как они это все придумывали? Окей, что мы будем делать сегодня? Давай сделаем так, чтобы можно было призвать динозавра на помощь, когда инопланетная слизь захватила вишню. Да, давай, давай. А еще и лазерный меч. Замечательно. Мне кажется, ты не самый умный товарищ. Ну явно же было, что так делать не стоит. А, нет, нормально все. Ну что, давай просто дружить. Давай просто дружить. С тем мы просто ругались, а с тобой мы будем просто дружить. Чьи? А, ты аллергик. Класс. Класс. То есть... Да что, кто такой? Третий? Угу. Третий инопланетянин. Так, что мы делаем? Не знаю. На самолете летим. Нет. Кошеку кидаем. Заберите. Бомбу заберите. Во, точно. Ну что? Да что ты? Ну что такое? Бабах. Бумерангом. Нет, часами. Стрелой. Чем? Осталось вот этим. Нет. Ну что, ничего не помогло? Кекель! Кекель, помоги! Надо было просто сдуть инопланетянина, проткнув его. Нет, это просто... Я прям поражаюсь. Откуда столько фантазий у людей? Угу. Так, это что? Типа... Так.
Кажется, я знаю, что здесь нужно сделать. Надо просто пальнуть вот в эту сторону. Нет? Ой. Так, а если сделать вот так? Тык. Она не вылетит с задней стороны? Я прям надеялся, что она вылетит. Так, или ты в птицу стреляешь, или куда? А если еще раз туда? Угу, угу. Да, вот этот интерактив нам нужен. Еще раз погнали туда. Потому что, как видели, да, то все остальное он нас отбивал. Куда? Так, вернулся. Да что ты за странное существо? Давайте еще разок. Прекрасно. Бабах. Ну же, ну же. Все. Альбом. Да. Да. Нет. Нет, это не то, что нужно. Ну-ка. Сюда. Ну, типа самое понятное, да? Собаки. Класс. Это просто шикарно. Ой, ой-ой-ой. Получили какое-то злое, гадкое облако. Упсик. Давай его сюда. Так, о, какой-то пчел. Дорогой, мы не трогали тебя. У тебя там сзади летает. Ну-ка, давайте в эту пчелку пальнем. Не попали в пчелку? Все так. Нет. Мне почему-то кажется... О, смотрите, мы какую-то штуку заметили интересную, да? Что, оказывается, можно объединять. Я понятия не... Это случайно, походу. Возможно, это не случайно, и, например, пчелка должна нам как бы помочь предопределить вот эту вот вещь, что... Так, а ты наверх не поднимаешься, что ли? Ну, давай, ладно, выстрелим в тебя. О, смотри, какое большое милое облако. Мне кажется, она не сильно рада. Я тебя тоже стесняюсь. Так, надо, видимо, по всей видимости, надо убирать. Надо убирать облака. И это позволит нам потом из этого облака достать его. Все, замечательно. Теперь все мы шмальнем. Выстрелили. Ему больше прятаться негде. Отдай, 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 отдай. Ой-ой-ой. Так, я до сих пор не управляю. Понятия не имею, что здесь происходит. Так, да. Угу. Пыдыщ. Тут просто стреляем на упреждение, по всей видимости. Так, перелетает на второе. Сюда. Выпал. Отлично. Я понимаю, ты сейчас пересядешь на третье. Стрелял просто на бум. Предположил, что может сюда улететь. Ну и куда ты? Куда ты? Так, я так полагаю, нам, наверное, нужно выстрелить куда-нибудь сюда. Так, уничтожили луну. Кажется, это была не самая правильная идея. Но я уверен, что чучело у нас бессмертно, так что с ним все хорошо. Даже после того, как на него упала луна, он все равно хочет съесть свою черешню. И у него прям все замечательно.
«Хе-хей!» — говорит он и убежал. «Ну то что?» «Гнусный гнус!» «Вот какой-то новый герой. Маленькая, милая, божья коровка. Привет! Давай тебя погладим!» Учищал очередной приступ радости. «Я думаю, что нужно просто продолжать гладить эту маленькую, милую, божью коровку. Давай еще раз!» «Ой-ой-ой-ой-ой!» «Я просто забыл! Я просто забыл, что в этом мире все пытаются меня съесть!» «На руку съела! Она руку съела! Нашу!» «А, я боюсь, мы не переживем этого. Если одна съела нашу руку, то все остальные, по всей видимости, доедят нас целиком. А ничего, чучел он бессмертный. Как я уже говорил, он все равно выживет. Все будет хорошо. Вот, наверное, вот это я бы не рекомендовал этим показывать. Давайте запомним, какая эта штука, да? Ну, что тут? Кто тут? Верните мне, пожалуйста, управление. Итак, что же это был за уровень такой? Ой-ой-ой. Так, все понятно. Нам нужно, по всей видимости, наверх. То есть нам нужно перераспределить этих господ непонятных. Так, чтобы запрыгнуть наверх. Прыжок, 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 прыжок. Вот так вот. Ничего не произошло. Так. Я думал, их надо собирать. Ну-ка ты, фиолетовое чудо. Ничего не произошло. Этот убрал. Ладно, хорошо, давайте попробуем этого слона непонятного, или кто это такой. Так, ладно, жабу на фиолетового товарища. Эту жабу, предположим, тоже на фиолетового товарища. Нет. Погоди, я знаю, куда тебе. Жаба берем. Кладем вот этому в рот. Оп. То есть так мы избавились от туч. Нет, не избавились. Так, этот умеет вот так делать. Это что такое? Какая-то козявочка. Ага, эти козявочки нас просили собрать. Ой-ой-ой, куда ты, куда ты? Гадкий мерзкий кузнечик. Это что такое? Это шарик. Так, все понятно. Ну взять-то мы это можем. Так, ну оно ушло. Ну что такое? Так. По-моему, немножко поменялась анимация. Сюда, сюда. Ну все. То есть он говорит, вы не понимаете, что здесь происходит, пожалуйста. Перекинуть сюда. Нет, это я понял. А, подождите. Вот так вот, да? То есть, я бы не догадался. То есть, вы берете синенького, кладете на фиолетовенького. Этим стреляете, он перелетает сюда, съедает его. Теперь этого убираете, предположим, в синенького. Сами встаете на фиолетовенького. Теперь это нажимаем. Он А, не туда. Все понятно. Так, все хорошо. Поставили. Как зафиксировать тебя?
Так, ты сюда. Ты нажимаешь. Ага. Так. Ты. Ты сюда. Я сюда. Берем вот этого зеленого. Перекидываем. Прожимаем. Переносим синего туда. Он это все съедает. Этого забираем. Убираем его, предположим, назад. Сам встаю. Назад. И нажимаю сюда. Чпунь. Не долетел. Не долетел. Молодец. Это ты молодец. Дискотека. Очередной раз. Уже четвертый, по-моему. Какие они все милашные милахи, а? Прям, я прям не могу. Так, птичка. Птиц. Вот тут прям целая куча уровней. Ну, чуть-чуть осталось. Давайте, 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 давайте. Что такое? Птичка. Давай вот так вот. А, это он типа колыбельную поет. Собрать вишенку. Спели колыбельную, усыпили птенца, яйцо. Не то. Кажется, сейчас будет плохо. Это, короче, еще и сигнализация. А, нет, мы прошли. Прекрасно. Я бы не догадался, что вот именно вот так это надо проходить. Дай, черешку, отдай. Так. Я так полагаю, нам нужно набрать воды. Но воды там почему-то не очень. То есть воду, видимо, надо открыть. Возможно, это сделать снизу. А нам нужно... Тогда зубной протез нужен. Невкусно. Мыло. Мыло. Нажимай. Ну, нет, подожди. Не то сделал. То есть это... Это не действие, это просто направление. Вот. Замечательно, сказал бы я, если бы я понимал, что это зеленая жижа. Почему она движется и куда она будет сбежать. Уп. Закатился. И что мне это дает? Так, я не понял. Ладно, давай еще раз прыгнем, наверное. Нет, не прыгнем. Хорошо, жижа. Тебя можно съесть? Так, жижа. Почему я беру тюбик? Я же на жижу прям кликаю. Так, ладно. Так, что-то я могу выдавить. Это вроде как змея. Уже лучше. У нас щетка сдвинулась в район крана. Да ты что? Что ты меня пугаешь? Блин, все вернулось. На круги своя. Ладно, а что если будет, если я открою вот эту штуку? По всей видимости, ничего. Так, дорогой, щетка. Привет. Отсюда, кстати, могу нырнуть, но нет. Так, вот здесь на стакан давай назад не перевернете. Или перевернете.
Так, я выгнал зубной протез отсюда. Ну что ты... Так, думай, голова. К этой мы прийти не можем, потому что нас этому ничего не учит. А вот с этим можно поговорить, как-то взаимодействовать? Он вроде выглядит вполне разумным. Так, все, я запутался. Я не понимаю, что нужно сделать. Типа, это мы сделали, это мы выгнали. Теперь, типа, надо накапать несколько раз, чтобы открыть пробку, сделать змею, чтобы она испугалась. Это мы делали. И потом включить. Ну, давай еще раз змею тогда сделаем. Щетка испугалась. Щетка как? Так, и что тут? Кто-то... Так, он ушел. Слушай, как мне не хватало вот такого вот чучела вообще в жизни. Когда тебе нужно что-то сделать, ты берешь в кран, запускаешь, он такой пошел по трубам. Все быстренько почистил. Угу. Так, подожди, хорошо. Это мы открыли, это мы открыли. Зеленая слизь туда ушла. Нам нужна еще одна зеленая слизь. По крайней мере, было так написано. Наверх. Оп. Почему-то эта зеленая слизь ушла в другую сторону. Ага. То есть это зеленая... Все, я понял. Давайте. Напрыгиваем, напрыгиваем, напрыгиваем. Она сбежала, сбежала, сбежала. Еще разок. Ну, если... Нет, все, ничего не помогло. Так, на зубную щетку. Да, смысл мне на зубную щетку, если мне надо за вишней. Нет, 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 нет. Что такое? Что-то я... Ну, это я все сделал. Это я все сделал. А, я понял. Я ничего не сделал. То есть я, получается, я сделал вот эту вот слизь. Теперь надо напугать щетку. И с помощью щетки подойти к этой слизи. И уже по слизи спуститься в стакан. Вот это прям нетривиально. Благо, есть подсказ. Все. Спускаемся вниз, забираем нашу вишню. Возможно, даже никто ее сейчас у нас не отберет. Ну, то есть, просто произойдет, что она осталась у нас, и, а вы начинаете следующий уровень. Ой-ой-ой, я тут этих прибежал-то, ребят. Замечательно. Что такое? Просто кликнуть. Ой. Так, что с... Почему? Почему я квадратный? Почему я квадратный? Так, а еще раз можно нажать? Так, я конь. Я пчела. Я пружинка. Я рекрут. Я это я. Три вишни. И что? Подожди. Ой.
Ты... Нет, это какая-то... Что? Что? Мы друзья с тобой. Привет, мы с тобой друзья. Нет, видимо, мы не друзья. Мы враги? Увидели? У него в шляпе есть кости. Это крутяк. Так, то есть нам нужно отойти, снова нажать. Что, исчезнет эта смерть? Их две стало. Я думаю, надо нажимать. Надо просто нажимать, продолжить и все. И все будет хорошо. 3, 4, 5, 6. Все. Просто издеваются над нами. Ай, гады. Обычное заключение, они просто над нами издеваются. Угу. Так, теперь мы являемся подопытными. То есть, соответственно, Кекель в баночке Б, Чучин в баночке А. И что же будут с нами делать? Ну? Синяя или красная? Синяя. Ему красная. Так, я превратился в жижу. Он превратился в круглую жижу. Ладно, возьмем вот это. Возьмем вот это. Я появился в синий собак, он в синий грибочек. Возьмем хорошее настроение. Возьмем не очень настроение. И получается добрый синий пес против зеленого. Нет, неправильно, да? Ага. А, нет, смотрите. Смотрите. Тут же нарисовано, да, что нужно сделать. Мне нужно сделать злую собаку против злого круглого товарища. Так. Синюю таблетку. Стал бесформенным. Ты красную таблетку, и ты становился круглым становился. Да, круглым. Мне нужна... Бесформенная, мне нужна собака. Собака, а тут нужно... Не знаю что. Видимо, котик. А превратился в рыбку. Так, собака нужна злая. Соответственно, вот эта штука тоже нужна злая. То есть тут прям подсказка, прям вот она. Ну, я, по крайней мере, так считаю. Нет, неправильно. Давайте проверим, насколько мы правы. Что? Улитка, собака, чего? Ладно, блин, а если я красную здесь съем? Я потом смогу превратиться назад? Я синюю. Так. Ты. Угу, превращаешься в червя. Ты превращаешься в что? Вот. Вот этого запомнили. Этого тоже запоминаем, да? То есть этого злой. Отлично, значит. Ладно, с этим вроде понятно. Значит, здесь нужна синяя таблетка, чтобы превратиться в этого. Этому нужна синяя таблетка, чтобы превратиться в жижу. Соответственно, жижа. Ты нужен, чтобы превратиться в волка. А тебе жижа нужна, чтобы превратиться в котика. Все. Теперь... Злого котика. Ой, злую собачку. Злого котика. Вот так. Вот. Типа кот и собака, они сейчас, скорее всего, должны друг на друга рычать. И, возможно, даже сломают пробирки. И... Все хорошо будет. Да, отлично.
подсказка нам помогла, и нам даже не пришлось пользоваться той подсказкой. Точнее, я той подсказкой воспользовался, но ничегошеньки не понял. Поэтому будем считать, что я и не пользовался. Так. Прыжок? Да, просто прыжок. Очередная мини-игра. Скорее всего, не самая сложная. Так, оп-оп. Я думал, сейчас мы пойдем на этого. Тут я считаю, что прыгать не стоит. Тын-тын-тын. Ага. Просто перелететь не получилось. Ой, большой. Почему я уже на кекеле? Как так? Так, что это такое? Ага, теперь кекель на мне. Не, как раз за 10 секунд. Так. Я в одной шляпе. Так, я немножко проржал, не успел заметить то, что происходит, поэтому поплатился откатом небольшим, но все же. Так. Все, ну, вроде все, у меня забрали управление мышкой. Молодцы. Так, что тут? Да что там, отдайте уже мне. Отдайте мне уже мою черешеньку. Вот это я. Вот это я. Ой, мне кажется, каждый из нас чучел временами. Ууу, какая большая. А, вот кто над нами издевался. Все это время. Значит, ты не черт из игры. Ну, ты очень на него похож. Чучел завис, по ходу дела. Ты? Ну что? Ну что говорит большой зеленый? Он пытается съесть черешню. Не, забери черешню. А, он съел черешню. Прекрасно. Что делаем? Съедаем его. Нет, съедаемся сами. Тоже вариант. Так, это что? Очередной платформер? Видимости, да. Ну-ка. Так, залезли. Я управляю сейчас мышкой. Так, сюда. Ага. Так, ну просто перепрыгнуть. Хорошо. Ну-ка, стой рядом. Угу, то есть тут еще и говорящие зубы есть. Их тут много. Ладно, мы знаем, кунг-фу. Чучельное кунг-фу. Оно сильнее. Кунг-фу. Так. На. То есть просто, видимо, мышкой отбиваемся. На. Так, тихо. Тихо. На. Да что ты за зуб-то? Да что... Ну-ка. Да. Не могу упасть. А, ну то есть не обязательно в коллизию попадать. Можно просто сидеть, спамить левую кнопку мыши и... Возможно, это самый правильный вариант. Ага! Да что вы, что такое? Да что за... Что происходит? Так, ну мы типа защищаем своих друзей. Ой-ой-ой. Своих друзей в виде кекеля. Доставайся. Уп! Отлично. Погнали дальше. Ну что, вперед. Ой-ой-ой. Супер бык.
Так, и что с тобой делать? Зубобык, быкозуб. Понятно, просто побегай. Это я могу. Тем более вы мне не даете управления. Все, оседло. Ты молодец. Кекель, ты молодец. Куда идем? Куда едем? Видимо, в желудочный тракт. Потому что черешня... Угу. Скорее всего, там. Так, мы что-то задели. Сейчас будем, по ходу дела, гулять по внутренностям. И что? Что? А, так, понятно, вращаем. Смотрим. Идем от противного. То есть нам сюда, 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 сюда. Отлично. То есть вот сюда нам надо. Поехали. Такой детский пазл. У нас в пиццерии есть такие пазлы. Так, вот я сейчас забыл, в какую сторону мне надо. Так, если мы сюда идем, то... Подождите, так, возвращаемся сюда, 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 сюда. Подождите, я... Подождите, вот сюда. Не надо сюда. Не надо сюда. Все, и, по-моему, здесь вот дальше. Немножко покрутиться. Если у вас все плохо с вестибулярным аппаратом, посмотрите на зеленого чувака. Он просто кайфует. Он просто кайфует. Мы тут, понимаешь ли, что-то тут ломаем, а ему все нравится. Так, тихо. Класс. Хе-хей, вот она, наша черешенка. Отдай. Вот эти вот, я бы сказал, горки очень похожи на филейную часть. И возможно... А, я понял. Это типа выход. Так, смотри, что-то происходило. Кто-то забрал нашу черешню. Кунг-фу. Что? Я пошел учиться кунг-фу, потому что у меня отобрали черешню. Меня обучали кучу разных приемов. Теперь я тоже могу летать. Что мне это даст? Ты поможешь мне победить злого зеленого чучела? Так, понятно. С кунг-фу не очень. Что у нас еще из вариантов есть? Какие-то сердечко. Давай мы скажем, что мы просто тебя любим. Мы тебя любим. Давай, давай, давай становись нашим другом. Я просто тебя люблю. Ну, как так? Вот как ты мог так с сердцем моим поступить? Угу. Говорить? Это типа поорать на него просто, да? Ура! Видимо, он умеет орать мощнее, да. Так что уже глаза выпали. Так, что еще? Ну, все, идем по порядку просто тогда. Так, это что? Это... Я че? Я что? А, нет. Так. Мне не дали поуправлять клавиатурой. Я сразу погиб. При помощи других X. Так, я пытаюсь сдвинуть камень. Давай, давай, чучел. Да, я молодец. Он посередине сейчас возьмет и поднимет просто вот этот. Ну да, он немножечко посильнее меня. Ну вот так, нормально, да, поедет? Не делай этого. Я не могу смотреть. Так. Это взяли, это взяли. Это не брали, что такое?
Это просто в меня кинули моим же предложением. Ну что такое? Ну, осталась улитка, шахматы и бокс. 3, 2, 1. Что, надо жать? Так, чего? А, во, ладно, нажимать на вот эту кнопку. А, что? Давай, вентилятор. Ага. Ой, там ракета была. Ракета. Ага. Ну, это надо было ракета. Ракета. Я, давай, я побежу. Я смогу победить. Я победил. Нет, не очень победил. Я победил. А, то есть, типа... Я ракетой воспользовался, улетел и стал не первым, да, а последним. Ладно. Бокс. Так, короче, это я типа могу, да? Так. Это странный блок, если честно. Я просто нажимаю левую кнопку ради того, чтобы делать удар. При этом я батон машин пытаюсь сейчас пройти. Это по-любому, кстати, какой-нибудь из последних боссов, что-то такое. Ну, да. И... Нет. Что? Что ты мне показываешь? Уйти? Он просто ушел. Ну, отвернись, говорит, сюда и сражайся, как мужчина с мужчиной. Как чучел с чучелом. Он расстроился. Мы забрали вишенку. Да, мы смогли победить. Класс. Ты пошел вон. Здравствуй, вишенка. Привет! Нет, нет, нет. Что такое? Меня кто-то трясет. Возможно, это сон. Да, это сон. Привет! Привет! Привет, Кекель, ты спас меня. Вот она, наша вишня. Сидим. Так, ну что? У нас есть выход через... через задний проход, либо через... Понимаю, через рот. Давайте пойдем через рот. Очень не хочется туда. Мы же шли все время вроде как направо. Ну, направо и пойдем. Идем в голову. Так. Это что такое? Это плохой и хороший или что? Хороший. А-а-а. То есть он был плохим, а мы его сделали сейчас хорошим. Мы переключили ему мозг. То есть он... забирал и издевался у нас вишенку, а теперь он не будет этого делать, он будет нам помогать, по-любому. Мы молодцы, мы смогли это сделать. Отлично, ухо. Из уха вылезли. Привет. Привет. Возможно, кстати, это наш родственник, потому что, как видите, да, чучел тоже оранжевый, здесь тоже оранжевый, и у него очень похожая шляпка. Уху, спасибо тебе. Ну да, Кекель, видимо, это все-таки наше домашнее животное. Потому что он очень странно себя ведет, очень похоже себя на домашнее животное ведет. Так, что ты делаешь? Что ты делаешь? Да. Собственно, как я и говорил, почему просто не поделиться? С самого начала надо было это сделать. И все, игры бы не было. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, это конец. Потому что главного злодея мы победили. Мы сделали его хорошим. С Кекелем мы подружились. Черешню мы съели. У нас появилась новая черешня. Еще черешня. Это, видимо, наш большой желтый товарищ нам принес. О, крутяк. Я бы сейчас не отказался от такого количества черешни.
У-ху! Та-та-та-та-та-та, говорит чучел. Да, действительно, это наш товарищ. За все, что он нам сделал плохого, принес нам кучу хорошего. Что такое? Ага. То есть, возможно, есть какой-то более большой товарищ. Так, знаете, матрешка с клиффхенгером на следующую часть. Ну что ж, мы полностью прошли эту игру, то есть мы разобрали и посмотрели, целиком все прошли, да, не получили все достижения, но зато прохождение было целиком. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно напишите в комментариях, понравилось вам или нет, и что бы вы хотели видеть дальше. На этом все, с вами был Genium, универсальный игровой, пока!